Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем с вами ракетную РПГ. Факт. Бомба. Томагавк, это за что? Мне такие радости вдруг преподнесли. Так, давай-ка зайдем с тобой в ракетный ангар и посмотрим. Воу, ё-моё. Так, она у нас установлена, она у нас стоит, да? Но то смотри, есть еще одна ракеточка. Давай-ка мы, наверное, с тобой ее экипируем. А вместо какой, говорят, да? Да, вместо вот этой вот. Итого у нас с тобой... Ага, теперь надо вот эту вот одеть вместо вот этой. Все, у нас с тобой самые лучшие пока ракеты. Вот эту я могу еще даже улучшить. Нет, не могу. Не хватает, да, одной. Зато вот эту могу апгрейдить. О, апгрейд получила. Факт. Так, с ракетами вроде бы разобрались. Давай посмотрим, что у нас по подземелью. Так, я запустил. Хотелось бы, конечно, вот сюда вот сходить, эту личинку забомбить. Но пока не буду. У нас с тобой, ну, 1,5 миллиона денег. Поэтому давай-ка, наверное, апгрейдим нашу базуку. Да? Все. Ну, а теперь попробуем забомбить вот этого вот чудика, который тут на меня прет. Роднульки, вы будете мне помогать? Только пускай подойдет, я выпущу ракету на нее. Супер огромную, супер гигантскую. Но он не подойдет, не успеет. Окей, так, у нас с тобой новый портал. Так, дай-ка я посмотрю, что мы тут с собой заработали. Какие-то достижения. Слушай, довольно неплохо. Я, наверное, сейчас гляну рекламку. Знаешь почему? Мне хочется... Подожди-ка, я что-то не добрал. А что я не добрал? А, вот. Отлично. Мне просто хочется... Так, а вот это что означает? Не знаю, ребята. Нам нужно до 300-й миссии дойти. Поэтому давай-ка, наверное, с тобой сделаем бой. 5 минут бесплатных, это самое то. И сколько там мы с тобой? А, какой там 5 минут? 3 минуты. Губежки раскатил, да, на 5 минут. Окей. Так, давай потихонечку с тобой будем смотреть, что у нас тут нового. Нам нужно с тобой 89 миллионов, чтобы открыть вот эту вот минометочку. Не варик, а вот это когда откроется нам? Что такое промоушен? А, понял, понял, все. Увеличиваем, да, с тобой? Фрешмит. Все-таки надо, наверное, нам с тобой улучшать нашу базуку. Опачки, так, лаунчер дамаг, газ 2%. Не, давай дамаг. Мне нужен дамаг. Ай-яй-яй-яй-яй, я улучшил то, что уже было улучшено. Вот оно как работает, то есть понятно, ребят. Теперь я буду знать, что к чему и почему. Заполняем с собой вот эту шкалу всю, да. И у нас с тобой новый свежий апгрейд. Сейчас мне вколят стимпак в задницу. Я сразу начал бомбить с обалденной скоростью. Так, монетка, что так долго откатывается-то эта монетка у меня? Эх, до 300-й миссии, я надеюсь, мы сегодня с тобой сможем добраться для того, чтобы открыть вот эту карту. И хотелось бы, конечно, сходить на босса, но мне кажется, нужно подкачаться нам. Подкачаться, ты сам понимаешь, да? Для чего? Потому что там этот червяк, он не даст нам спуску. Дедуль, хорош идти уже, а? Забомбили, опять у нас зимушка-зима. Стадия у нас 242-я. Вот. Я обожаю, когда, ребят, стимпак вкалывает. Он просто бомбит божественно. С такой скоростью наяривает. Так, а мы в этот момент с тобой прокачиваем нашу базуку. Я хочу полностью все, чтобы у нас там было прокачано наверху. Чтоб мы очень хорошо бомбили здесь. Так, 2 минутки еще у нас с тобой в запасе есть. Можем, конечно, посмотреть рекламку, и у нас будут с тобой... А давай глянем. Тут же, по-моему, надолго, да, у нас? На 10 минут аж целых. О, как хорошо, на 10 минут больше будем получать с вами ресурсов, это вообще замечательно. Соответственно, мы с тобой... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой грозный пират идет. Идет громозек, а. О, летучка. 1 уран. А если бы вы посмотрели видосик, получили бы 5. Ну, согласитесь, ну это 1 уран сюда в плюс. Это вообще ни о чем. Но боссы здесь уже крепенькие, уже практически ко мне подбираются. Я отбиваюсь как могу. Что? Дропорт в плане. Ох ты. Это что-то новое, друзья мои. Это что-то новое. Варп. Супер варп. Что? А что я сделал?
А что это было, друзья мои? Кто не понял? Я ничего не понял, если честно. Потратил очень много урана. Вот это я понял. Но что же это было? Хм. Варп, супер варп. Может быть, то, что мы с вами получаем газ какой-то? 118, это, я так понимаю, газ. А куда его потратить надо? Куда я его могу потратить? Дай-ка я сюда, наверное, зайду. Так, коллекция минералов. Так, здесь у нас Total Playtime. Killed Boss. То есть я уже больше 20 боссов, что ли, завалил? А почему бы нет? Вполне, вполне. Так, до 300 уровня, надеюсь, мы сегодня с тобой доберемся. И хочу я все-таки пойти на босса. Не на босса, а пойти на карту и захватить там территорию. Так, сейчас тимпак в 40 вколет. Давай, 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 вкалывай быстрее. Как раз вот против босса этого самое то, что нужно. Нормуль. Раздеребанили мы с тобой его, да? Почему моргают ракеты? Кто мне объяснит? То есть я должен улучшать то, что у меня есть? Я не хочу, например, улучшать это. Отстаньте от меня. Я лучше вот здесь вот улучшу. Да? Кстати, вот это же... Нет, этот мне не нравится. Вот этого надо улучшать. Бешеные бабки он стоит, если честно. С дробовиком. Почему он лучше вот этого, который с автоматом? Я так и не могу понять. С какого вдруг перепуга ты лучше стал его? Если у тебя обычная... Извини меня, дробовик даже у тебя, у него-то автомат. Ну, фиг его знает. Ребят, у нас последние секунды, нам придется сейчас с тобой опять смотреть рекламу, чтобы у нас был с тобой автобой. Да, две минутки, это очень быстро, конечно, заканчивается. Но зато не напрягает, поверь мне, не напрягает. И вот здесь, конечно, 19 минут на откате. О, еще одна летучка прилетела. Минерал мне какой-то. Автофишинг закончился. А я посмотрю. Слушай, а тут всего лишь 10 раз можно посмотреть за всю игру, ты понял? О, грусть моя, печаль охватила меня. Да, действительно. Так, ладно, голема этого распишем. Все моргает, все сияет. Нам нужно с тобой еще как-то, как бы заработать побольше. О, артефакты. Ух ты, а это что у нас такое? Артефакт, ну, предположим. И что, бочки какие-то сбрасываем сюда? Так. Большая прекрасная ракета. Минус 2%, а дамаг весь 90%. И я могу улучшить эту штуку. А могу сделать еще какой-нибудь артефакт. Понял, как это работает? Для чего теперь нам нужен... Ой. Минерал рут. Так, все минералы добываются 5% и дамаг 50%. А еще могу я сделать. Это все можно будет еще улучшать, эти минералы. Оу, вуду. Так, дуретин. Пусть 5%. Слушай, ну, неплохо. Вот для чего нам нужен газ. А газ мы с тобой зарабатываем. Ты видел, да? Мы... Так, 100 миллионов, 100! А газ у нас зарабатывается, если мы с тобой сделаем... А что мы должны сделать? Я уже забыл, друзья мои. Куда так... А, вот, вот. Check amount нажимаешь, и у нас с тобой прилетает некая капсула, да? Мы тратим уран с тобой, но зато получаем газ. Слушай, уже 270-я миссия. То есть босс уже не за горами. Точнее, никакой босс-то. Вот эту карту я хочу открыть. Босс. Боссы, да, боссов еще тут будет много впереди. Ну ты смотри, дамаг-то у нас как подрос-то, а? Нехило. 100 лямов. Блин, есть у меня такое желание накопить сегодня 100 миллионов. Хватит ли у меня автобоя для этого? Не знаю. Ну попробуем, насколько нас хватит. О, опять дед идет. Так, мне бы стимпак, о, на 4 секунды. Смотри, 4 секунды достаточно, чтобы снести этого дедулю к ядрене фени. Так, давай бомбить. Отлично. Так, какая уже? 283-я миссия. Совсем-совсем немножко осталось, друзья мои. Так, коллекцию какую-то накопил. Это форк, вилка. И где это у нас... Насмешили меня. Дали бы что-нибудь вот из ракет лучше бы. Они мне вилку подсовывают. Ага, пойду я в атаку с вилкой. Как же, мечтаю. А что вот это такое? Вы не помните? Так, использую спидпак.
Ну давай, используем. А, это у нас реклама. Точнее, какая реклама? Это донат. Ресурсы я могу купить. Всего 150 урана стоит. Всего, главное. А это что у нас такое? 20 мини... Блин. Давай потратим. Ух ты, что-то я могу проапать. Сразу же, причем, даже не проапать, друзья мои, а открыть. Оу, сзади минометка у меня появилась. А что следующее? Какой-то самолет. 4 миллиарда нужно уже, не миллион, а 4 миллиарда тут. Да, не кисленько, да, согласись. Так, воу. Могу открыть. Массивная бомбежка. Ну, то есть, массовая бомбардировка получается. А тут 20 миллиардов нужно, чтобы открыть вот эту вот базуку. Так, что-то у нас тут в подземелье. Что-то я все делаю, все делаю. Надо пойти в это подземелье и добомбануть червя. Вот что я тебе могу сказать точно. Червь нам нужен. А вот эти вот пробирки, что получаем, ты помнишь, куда они нужны нам? Я, если честно, уже подзабыл, для чего они нам нужны. Пробирочки-то эти. Ё-моё, офигеть, сколько она стоит. Просто офигеть. Артефакты. Следующий артефакт, чтобы сделать, нужно 140 газа. Так, смотри, тут можно... Все от урана практически, да, пляшет? Все от урана. Это как бы основная наша единица ресурсная. Уран. Самая дорогущая. А где мы ее добываем? По-моему, нигде. Так, подожди, босса мы запинаем с тобой? Ну-ка, давай так делаем. Зря использовал, да, получается? Сколько длится? Вот надо было ее на боссе-то и применять. Ой, дурень, если бы я знал. Если бы я только знал. Ты прикинь, 27 секунд вот такого вот подрыва делает. Ага. Вот где у нас пробирочки, да? Сколько у меня их? 198. 198. Три портала каких-то можем сделать. Так, ну тут ящики, да? Минералы плюс 100% на 2 часа. Соблазн-то какой. Так, куда ты, летучечка, полетела? Иди ко мне. Летит она там. Оу, босс. Чего? Давай, родные, бомбим. Чего такое, в стимпак? Опа. А это что такое? Следующее откроется нам на... тысячной стадии. Диабло Хантер. Это кто такой? Рестарт. Что за Диабло Хантер? Какой рестарт? Я хотел получить, может быть, этого Диабло Хантера. Так, что мы здесь с тобой поставим? Давай, наверное, вот этот стимпак Дуратин. Тоже он у меня был. А, нет, не было. Вот он поставился. Угу. Так, сколько здесь? Ну-ка, варп. Давай просто посмотрим. Использует чего? Новое достижение я получил. А вилбэк. Артефакты. О, видишь, я могу еще сделать артефакт. Слетал куда-то, непонятно. Получил где-то газа и... мне дали мыло. Только дамаг растет. Култайм почему-то уменьшился. Здесь тоже ничего пока нового нету. Коллекция Ревард. Ну-ка. Ага. Дракон ракеты. 97-я бомба. Ерунда какая-то на самом деле. 44 секунды, друзья мои, у меня в запасе. Погоди, какая стадия 7-я? Вы издеваетесь, что ли? Я что, начал все заново, что ли? Или что? Только не говори, что я все заново начал. Рестарт. Я, по-моему, все... все обнулил, или нет? Да, по-моему, похоже, что я все обнулил. Что это? Улучшить. Так подожди, а зачем мне его улучшать-то? Почему я его должен... в обязательном порядке, что ли? Ну да, ребята, я просто все обнулил, ты представляешь? Нет, ну у меня, конечно, сохранились все артефакты, вся прокачка, я смотрю, все ракеты, все. Я просто начал, ну,
Все с нуля. Так, значит, мы с тобой отправляемся куда? Отправляемся в подземелье. Блин, да почему же я не прочитал-то, что это обновление? Я думал, что это у нас, ребят, ну, просто как бы этот. А там, оказывается, внизу шкала у нас подрастала. Ну, эй, кончилось. Ой, как неприятно, как не хочу я. Давай, наверное, посмотрим. Да, немножко неприятно, конечно, что сбросился мой прогресс. Но, знаешь, что я скажу тебе? Мы его очень быстро сможем набить. У нас просто сейчас уровни как орешки полетят. Единственное, что, конечно, моя прокачка всех моих вот этих вот чудиков коту под хвост полетела. Но мы можем с тобой применить уран. Ведь так? Можем же применить. Так, заберем коллекции здесь с тобой. О! Урана сколько у нас? 247. И мы можем с тобой зайти. Так, подожди, где у нас обменивается уран? Теперь надо вспомнить. А сколько здесь? Так, на 1 час. А вот что это такое? Вот, я не знаю. И как вот эта шкала должна у нас с тобой наполняться? Тоже вопрос очень заковыристый. Так, ракеты я... Кстати, а где мы ракеты с тобой получали? Ты помнишь это, а? Я вот не помню. О, летучечка. Так, апгрейд. А, у нас с тобой и пушки, да? Получается, тоже сбросились. То есть, все это вооружение, что мы с тобой копили, тоже коту под хвост. Это все заново. Ладно, ребята, лучше учитесь на моих ошибках, чем будете сами их делать. Согласитесь. Что-то все моргает. Что моргает, я не могу понять. Для чего? Все меня в эти ракеты тянет, а? А если я, например, сейчас... Подожди-ка, а скиллы у меня сохрани... У меня и скиллы сбросились, что ли? Ёпарасоте! А где мы с тобой скиллы зарабатывали? Ты помнишь это дело? Где мы зарабатывали с тобой скиллы? Я вот не помню, если честно. Постой, а действительно, где мы их с тобой открывали? По-моему, вот здесь. Нет? Нет, не здесь. А где же тогда? Может быть, я еще не дошел до той стадии, когда мы с тобой можем скиллы открывать новые. А, вот они, ребят, открываются. То есть ракета, потом у нас появляется монета и ракетный залп, да? Бомбардировка у нас потом должна будет открыться. Не хватает, знаешь чего, скорости. Вот, когда стимпак вкалывает, во, вот такой вот бешеной скорости. То есть, ну тут моментально можно дойти до, практически до 300-й волны. Уже сам видишь, 75-я, 76-я, можно пойти... Нажать игру на паузу, да? За кадром побомбить. Я мог бы спокойно пойти кофе. Прийти сюда, и уже будет 300-я миссия, скорее всего, я так думаю. И деньги рекой просто текут. То есть в таких играх обычно, если у тебя происходит какой-то рестарт, он без следа не проходит, ребят. Ты все равно что-то, какую-то выгоду получаешь от этого. В данной игре я не знаю, ребят. Так, что это у нас? Использовать скиллы. Использую скиллы. Это я сделаю, но мне кажется, это лучше сделать на черве, который у нас там в этой... Хотел сказать, в подземелье. Ну, не в подземелье, ты понял, да? Где у нас там один уран получил. Может быть, рвануть на него? Или все-таки прокачать там базуку? Получить? Ох ты! Юниты получают дамаг 4%. Слушай, не кисло. 4% вроде бы мало, да? Ну, ты же можешь достать дубликат этого приборчика, да, и он у тебя улучшится. Смотри, уже 101 стадия. Такими темпами за полчаса можно и до 1000 дойти. До 1000 уровня. Вот проблема вся вот в автобое. Ну, мне кажется, что когда 10 попыток свои иссякнут, там, наверное, скажут, посмотри видосик или еще что-нибудь, и опять у тебя обнулится весь этот счетчик. Скорее всего. Или же могут сказать, парень, покупай, например, там за 5 баксов или за сколько-нибудь обнуление вот этого вот. Так, ну что, давай-ка, наверное, сейчас посмотрим еще с тобой, да, видосик. Вот, я понял, автобой закончен, смотрим. А, совсем другое дело. Слушай, а ты не помнишь, где мы с тобой добывали вот эти вот ракеты? За что они нам давались? И я не помню, если честно. Так, мы опять с тобой какие-то получили... О, музей!
А что музей нам дает? Ага, мы с тобой нашли клевер. Это, видимо... Да не надо мне вот этого всего. Ну, боссы, конечно, для меня сейчас ватные. Там вплоть до, наверное, 500 уровня мы будем с тобой бомбить просто налево и направо. Единственное, что я сейчас хочу, это прокачать себе нашу базуку. Так, чего у меня идет? Наверное, вот этого нету. Окей. И все внизу остальное мы с тобой пооткрываем. Так, а нам... Ой, летунчик. Что это такое у нас? Ага, ракеты. Это обычные? Дай-ка гляну по ракетам. Или это суперские? Нет, это обычные. Жаль, хотелось бы какие-нибудь легендарные ракеты уже получить. 141-я миссия. Просто миссии летят как эти. Да и деньги тоже летят просто. Обалдеть как. Так, еще один летунчик. Минерал-голем. Так, что у нас тут? Что? Левел 1. Прокачивается у нас здесь уровень. А для чего? Слушай, давай попробуем с собой червя этого... Ой, не этого. Или этого. А этот же, да, у нас? Давай попробуем. О, смотри. Так. Он из 5 состоит, да? Фу. Шваркнули. На изи. 300 урана получаем. Воу-воу-воу, 750... Ой, ой. Так. Не знаю, ребят, что-то... Куда-то вылетел в непонятное окно. И что? О, смотри-ка, это что у нас такое? Сундук. Ядрить на корень. Так, это кластерная бомба. Что это такое? Квест какой-то, портал. А вот это что? А, это коллекция, да, у нас была? Слушай, ну этого босса мы с тобой вообще сейчас... Ох ты, ёкаламане. Ёкарный бабай. Смотри. Конечно, будем экипировать вместо вот этой ракеты. Это как будет выглядеть-то все? Черными дырами будем бросаться, ребят, с вами. Так, а если мы с тобой... Ну, посмотрим просто. Попробуем завалить еще вот этого босса. Как думаешь, потянем, нет? Давай проверим. Эть. Эть. Ребят, для него я, по-моему, слишком слабоват. Да? Ты посмотри, сколько мне его приходится бомбить. Вот за этот период времени я его должен уничтожить. Это нереально. Вот на моем уровне это нереально сделать. Смотри. Я ему наношу урон. Ну, это, знаешь, это я даже не знаю, как тебе сказать. Он всех моих помощников сожрал, представляешь? Всех. И меня раздавил. То есть... Теперь я кое-что понял еще. Если у тебя есть помощники, да, то он их вначале съедает. Там, дронов вот этих всех. Потом, когда их не остается, он тебя берет и съедает. Окей. 53 секундочки для автобоя, ребят, осталось всего лишь. Могу улучшить, да? Окей. Улучшим. Что, не хватает? Жаль, что не хватает. Умри, умри, умри! Орет он там. Ну ты смотри, мы уже с тобой на 169-й миссии. То есть вообще моментально прокачиваемся. Бабосики просто рекой текут. Ну вот автобой сейчас закончится. Ну я все-таки посмотрю, ребят, еще раз. Тут левел первый. Тоже надо будет минералы-то, кстати, поставить же, да? Но, минеральчики запустил. Теперь должно у нас еще быстрее все это дело копиться. Так, мне нужно накопить на монетку. Я хочу себе... Или подожди. Сколько он? А, он 2 миллиона с лишним стоит. Да, этот солдатик у нас. А монетки у нас где? Скиллы-то? Скиллы, скиллы, скиллы мне нужны. Вот. 1 миллион. Открываем. 100 миллионов. А где мы с тобой могли уран менять? В каком магазине это у нас? Это у нас, по-моему, где донат, да? 40 урана получил. Это у нас где донат? А донат у нас это вот здесь вот. Так, давай посмотрим. Вот здесь мы с тобой, да, меняем. 150 урана. А, у нас не хватает. К сожалению. Или хватает. Покупаем. 89 миллионов. Офигеть.
А, закончился автобой, смотрим. Друзья мои, смотрим автобой. Ну вот, на 3 минутки еще, на 180 секунд получили атаку, летучка летит. Чего там? Что-то получил какой-то бонус. Пока неплохо. Тотальное уничтожение. Вот и 200-я миссия у нас с тобой. Завалили босса на изи. Ох, деньги летят. Плюс, плюс, плюс. А как интересно нам прокачать вот это вот? Ну-ка, подожди. О, так, чего не хватает? По-моему, вот этой у нас с тобой не хватает, да? Так, еще вот такой штуки и вот такой. И будет у нас с тобой по фулочке. А ну-ка. Хватит. Эти не хватило. На грейд. Ладно, ничего страшного. Две минутки. Две минутки еще в запасе. Мы с тобой... А смысл нам с тобой переходить на 200-ю миссию? Вот объясни мне. Так. Может быть, все-таки вот это приобрести? 562 вот этих вот гемчика у нас красных. Они куда у нас тратятся? На прокачку наших бойцов, так ведь? Ну да, на прокачку наших бойцов. Ценник, конечно, 360. А хо-хо, не хо-хо. Ну-ка, вот так вот нажмем. Бомбическая сила, да? Это я понимаю. Тотальное уничтожение. Называется ракетная РПГ игра. Так, ну что. Не знаю, ребята, вот как того босса валить, второго, честно скажу, я не представляю. В подземелье в этом. Слушай, ну я же вот этого завалил, у нас с тобой должны быть бараки. А почему я не могу барак вот здесь вот поставить? Вот объясни мне, пожалуйста. Здесь я уничтожил же первого, да, босса? Мы поставили с тобой вот эту вот ракетную шахту. А почему я не могу поставить себе барак здесь? С какого вдруг перепуга? Вот же он, да? Вот он. Почему мне не дают его поставить сюда? Может быть, здесь пока время не кончилось? Окей, посмотрим. Потерплю, так сказать, да, немножко. Использовать столько-то скиллов. А что это такое вот? А, это обнуление у нас, да? Окей, так, летучка, иди сюда. Давай этого деда шваркнем. Так, у нас какое-то, ребят, достижение здесь заработалось. Какое только, где оно? Где оно? Вот. Поймай летучек. Сколько там штук. Ну, 244-я миссия. Вообще на изи. 247, 248, 250, 260. Ну, ты понял, да? Со скоростью света сейчас будет у нас света лететь. Вот единственное, автобой заканчивается. Автобой. Вот сейчас посмотрим, ребята, мы с вами накопим. Точнее, еще посмотрим видосик. Нам еще дадут 180 секунд. А потом хотелось бы узнать, что будет после 180 секунд. Все, конец. То есть, ну, авторежима или же нет. Я думаю, этот вопрос многих интересует. Так, перешли с тобой дальше. Давай, 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 поливай их там своими ракетами. 26 миллионов, маловато. Надо 100 миллионов, чтобы мы смогли с тобой открыть нового юнита. Так, расстреляли. Давай, давай, поджимай время, поджимай. Мы сейчас будем с тобой смотреть рекламу. Ну что, последние 180 секунд у нас, ребят, с вами. Посмотрим, что там дальше у нас. Так, это босс уровня, 270 у нас. Окей. 35 миллионов. Все хорошо, все отлично. Артефакты я сделать не могу. Нет, могу, наверное, отправиться в освоясь и прилететь с кучей газа. Да? Газ потратить на приготовление артефактов. А эти артефакты еще можно грейдить, понимаешь? Вот так вот. Хоп. Видишь, и улучшаются они. А летать это у нас...
А где у нас летать, я уже забыл. По-моему, здесь, да? Нет, рестарт я больше нажимать не буду. Хотя вот видишь, что для чего, вот это вот для чего сделано все, а? А, на 1000 уровне, по ходу дела, мы с тобой получим вот такого вот монстрика. Ну, если дойдем. Оу, бомбардировка нам на халяву выпала, прикинь. Вот так вот. В помощь. Разносит всех в хлам. Ну, она не так долго работает, как наша, которую мы с тобой можем купить. Кстати, можно будет взять и пойти на босса. И попробуем, ну, вряд ли мы его забомбим. Там, ты сам видел, сколько нужно нанести урона, чтобы он отдуплился. И, кстати, чем больше у тебя будет юнитов, да, тем больше у тебя будет времени на уничтожение босса. Тоже не стоит об этом забывать. Так, ну что у нас там? Подземелье, вот. Я могу, например? Нет, не могу, друзья мои. Могу только здесь делать. И все. И что вот это вот мне дает, я не пойму я. Время идет, а ничего не делается. Странно. Босс, успокойся. 290. Так, сейчас укольчик сделали. Сразу же. По 138 тысяч урон мы наносим. Какие? Совсем урон не детский. Ну-ка. Так, нам не хватало. Блин, а такого здесь и нету. Давай вот так вот тогда улучшим. Видишь, тут какие нужны штуки. Дроп. Варп. Но 169 мы с тобой получили, да? Дроппорт. Можно сделать. А, не сделать нельзя, можно улучшить. А я могу, например, еще сразу слетать. Где этот там дроппорт-то где? В плане. Вы издеваетесь, что ли? Дроппорт это сбрасывает мне все. Да ну. Да ну. Ты серьезно, что ли? Все сбросилось и все заново. Замечательно просто. Ладно, ребята, будем закругляться все. Нет, все-таки мы посмотрим вначале, что у нас тут по истечению времени получится. Дроппорт добаловался, называется, блин, со своим дроппортом. Теперь буду знать, что не надо ни дроппорт, ни рестарт делать. Ну я не понимаю, почему. Почему? Вот он не принес газа. Но ведь раньше же такого не было, не сбрасывалось до нуля. Почему сейчас бросили меня? Что не так? Что не то мы сделали с тобой? Не хватило у нас урана, может быть? Из-за этого сбросилось. Но это глупо. Сейчас время стекет, посмотрим. Ну лопухнулся. Я, конечно, круто. Тут не поспоришь. Так, ну давай. Время у нас там подзакругляется. Причем вот эти вот достижения, они не сбрасываются. Они стоят на уровне. Хитро. Хорошо, хоть ракеты не сбрасываются, да? А то бы еще могли ракеты дать тебе самые начальные. Копии сам, как хочешь на них. Ну... Время подходит к концу. Причем урон у нас с вами тоже уменьшен. Не тот, который мы с тобой прокачали. Так, ну что, друзья, время исходит. Все, давай глянем. Ну да, и так до бесконечности. То есть мы с тобой можем посмотреть еще, сколько там уже дает. Только, ребята, уже будет не 180 секунд, а уже 210 секунд. То есть, ну ты понял, да? Не 3 минуты, а уже 4 минуты у тебя будет автобоя. Так что, в принципе, можно сделать как? Я могу сделать. Если вам хочется посмотреть дальше продолжение, друзья мои, пишите в комментариях. Я за кадром набью 500-ю миссию, а может быть и больше. И мы посмотрим, что у нас будет. Мы все-таки должны в подземке завалить этих боссов, которые там лазят. Противные вот эти вот. Лизуны, или как это назвать, я не знаю. Акула какая-то там, да, по-моему, у нас была. Так что пишите в комментах. Если наберется достаточное количество просьб, то, конечно же, мы с вами продолжим в нее играть. Будем дальше смотреть, развиваться и бомбить вот этих всяких слизней. Тем более автобой здесь бесконечный. Ты сам это понял, только надо смотреть
рекламку. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.